Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Стимфалийские птицы. Стимфалийские птицы в хронике подвигов Геракла, избиение и изгнание чудовищных птиц с озера Стимфал в Аркадии. Значится шестым по счету. Эти птицы своими медными перьями, которыми они могли метать, как дротики, убивали и пожирали людей. Геракл медными трещотками, подаренными у богини Афины, спугнул их и затем часть перебил из лука. Часть птиц улетела на остров. Оттуда их, согласно Аполлонию Родосскому, изгнали аргонавты. Однако самый подробный отчет о стимфалийских птицах содержится в восьмой книге описания Эллады Павсания. Автор замечает, что эти птицы связаны с культом Артемиды и что резные статуи их венчали святилище богини. Кроме этого, изображение меднокрылых чудовищ встречается на монетах и в вазовой росписи, а также на метопах храма Зевса в Олимпии. В эпоху Возрождения сюжет со стимфалийскими птицами разрабатывался нечасто. Наиболее известная версия принадлежит Дюрену. Ну вот так вкратце о стимфалийских птицах. В хронике подвигов Геракла «Избиение и изгнание чудовищных птиц с озера Стимфал» значится шестым по счету. Пока-пока, до свидания.